feel gratitude from each. Мой вопрос немного отличается. Прежде всего, я хочу сказать, что я чувствую настоящую благодарность от каждого товарища здесь. Я очень благодарен за ту возможность, которая предоставилась нам. Мы очень готовились к этому конгрессу в нашей десятке, придали ему очень большую важность. И, насколько я понимаю, по той мере, насколько я пытался сконцентрироваться на товарищах, я вдруг начинал засыпать, клевать носом, я поливал себя водой, делал все возможное, чтобы пробудиться. Это специально тебе дают такое ощущение, чтобы ты не мешал мыслям всех групп, чтобы они прошли через тебя и наполнили бы тебя, и поработали бы над собой, и исправили бы тебя. Это совершенно нормально.